Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о Лагота Романьола. Первое упоминание об этих собаках относится к 16 веку. Родиной представителей породы считается Северная Италия. Отличительные черты этих животных – великолепные охотничьи навыки, спортивное телосложение и преданный характер. Все это о Лагота Романьола или итальянской водяной собаке. Об этой породе известен не один интересный факт. Давайте подробнее рассмотрим самые знаменитые из них. У Лагота Романьола настолько хорошее чутье, что несколько веков назад их решили использовать не только при охоте на дичь, но и во время поиска трюфелей. Итальянские водяные собаки отлично справляются с этой обязанностью и по сей день. Они могут находить грибы, даже если те растут на глубине 50-60 сантиметров. Лагота Романьола плохо переносит одиночество. Они предпочитают все свободное время проводить рядом с людьми. Для них крайне важны забота и внимание, поэтому занятым людям, которые редко бывают дома, этих собак лучше не заводить. А вот в больших семьях с детьми Лагота Романьола способны стать идеальными питомцами. Итальянские водяные собаки могут впасть в депрессию от недостатка физических нагрузок. Представители породы обожают бегать и плавать. Им необходимы ежедневные активные прогулки на свежем воздухе, а в летнее время еще и возможность купаться в водоеме. Лагота Романьола отлично поддаются дрессировке, более того, они обожают разучивать команды. Эти собаки могут становиться упрямыми и своенравными без регулярных умственных нагрузок. Они необходимы им для поддержания хорошего психологического самочувствия. Многие представители породы Лагота Романьола служат в полиции. Их отличный нюх и высокий интеллект помогают полицейским в поисках взрывчатки и наркотиков. Лагота Романьола обожают рыть землю и не упустят возможности продемонстрировать это свое увлечение хозяину. Помните об этом, выпуская собаку в огород или на участок с деревьями и цветами. Перечислили самые распространенные интересные факты о Лагота Романьола, и они показали, что необычное название породы не единственное, чем могут удивить итальянские водяные собаки. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!